Всем привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию новый детектор напряжения от компании AD-Instrument ZAC-1000. Детектор обнаруживает напряжение от 90 до 1000 вольт неконтактным способом. В комплекте прибора сам прибор, батарейки. Внутри упаковки инструкция. После установки батареек прибор готов к использованию. Работоспособность батареек можно проверить при помощи фонарика. При нажатии на кнопку фонарик загорается, значит батарейки рабочие. Прибор работает достаточно просто. Для обнаружения напряжения подносим его к источнику напряжения. Источником может быть как розетка, так и любой провод. Наличие напряжения подтвердит звуковой сигнал и мигание красного цвета. Если напряжения нет, ни сигнала, ни мигания не будет. Функцию фонарика очень удобно использовать в затемненных местах при установке электрооборудования. Подсвечиваем фонариком, определяем напряжение. Данным прибором также удобно осуществлять поиск фазового провода, либо провода под напряжением, при установке розеток, например. Подведем итог. Детектор напряжения ZAC-1000 является отличным помощником для электромонтажных работ. Установка котлов, электрооборудования, розеток. Смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем пока!